Вот еще одна новинка из телескопических фонариков. Так называемый телескопический фонарик с магнитом, расположенным в самом корпусе фонаря. Как это выглядит, сейчас мы вам покажем. Посмотрите, как работает такой вот магнитик. Вот, собственно говоря, отжимаем сам фонарик и получаем возможность вытащить сам магнитик. Так, включение фонаря. Вот, пожалуйста, в труднодоступных местах, где неудобно подобраться, допустим, к каким-то деталям машины или строительным, может быть, запчастям, можем прицепить такие вот детали благодаря вот этому магниту с освещением от телескопического фонаря. Собственно говоря, почти все мы смогли собрать, достать. Очень удобно. Достаточно все наглядно. Так что, если захотите купить такой телескопический фонарик с магнитом и с подсветкой, можно обратиться в магазин Гаджет Парк. Ждем вас. Всего доброго. До свидания.